Люберецкие спортсмены завоевали 4 медали на первенстве Европы по карате. Оно проходило в Сербии. Эту приятную новость сообщил председатель спорткомитета администрации округа Владимир Сурков. В первенстве Европы по карате приняли участие более 500 спортсменов из 16 стран. Воспитанники Люберецкой комплексной спортивной школы завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали. Эти награды пополнили копилку сборной команды России. Первое место у Миланы Иньковой. Она победила среди девочек 10 лет. Золото у Сергея Оболенского. Он стал сильнейшим среди мужчин старше 40 лет. Серебро у Егора Николаева и Ярославы Гайворонской. Первое командное место завоевала российская команда. Луиза Игазы, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.